все записывается на этот микрофон и мобильные, которые звонят рядом. Прошу прощения, но ничего поделать с этим мы не можем. На ваших экранах Ольга Белова. Она на чемпионате России заняла 4-е место. Еще недавно казалось, что Ольга уже заканчивает выступать, и действительно какой-то период она не тренировалась. Но вот сейчас она снова считается перспективной. Ирина Винер не списывает ее со счетов. Гимнастка, которая выполняет самое сложное и самое дорогостоящее равновесие в мире. Вот только что вы его видели. Равновесие с поворотом и затем с переходом в наклон. Оля, безусловно, красивая гимнастка, и все композиции стараются для нее составлять таким образом, чтобы показать ее линии, ее способности выстаивать в равновесии по нескольку счетов, даже дольше, чем того требуется по правилам. Оле в этом году 19 лет, она становилась чемпионкой мира в команде еще с Алиной Кабаевой и Юлией Барсуковой, это еще в предыдущем олимпийском цикле. То есть она одна из тех, кто в сборной уже очень давно.